Йоу, всем доброе утро. Мы там ночевали сегодня на берегу моря. И сейчас идем уже на трассу. Время что там, часов 6, наверное? Да, часов. Вот, сейчас что, мы собираемся в Баку. Не знаю, до крепости 4 километра. Не знаю, дойдем, не дойдем. Что-то тяжеловато. И жарко уже стало. Ну, посмотрим. А так, прямиком до Баку. Увидимся, наверное, там уже. Всем удачи. Утренний чаек вот такой. Иду пью. Йоу, вышли от местных жителей, сейчас пригласили нас к себе, накормили, напоили, дали вон бутылку спрайта. Огромную. С собой огромную, да. Два мороженых. Которые непонятно как тащить. Да, нам в гору сейчас вон туда идти, хрен знает как. Вот. Мы еще первый раз, когда остановились, немного передохнуть, потому что что-то тяжеловато идти. Я уже такой немножко думаю, сейчас, наверное, кто-нибудь выйдет, пригласит к себе. Первый раз не вышло, на втором привале все случилось так, как я и думал. Вот, так что мы с полными животами. И, короче, вот идем. Вот вышли на трассу. Сейчас постараемся, может быть, все-таки попасть в крепость, раз уж у нас столько сил теперь.